Приветствую вас. Если парень говорит, что у него нет ресурса, чтобы построить с вами отношения, это свидетельствует только о том, что он сейчас не готов к новым отношениям, не готов к тому, чтобы выстраивать их с вами. Он достаточно честен, то есть он мог бы вами воспользоваться, он мог бы наобещать вам очень много, он мог бы как-то вам сказать, что вас любит, сказать, что, значит, все у вас хорошо, но, тем не менее, ситуация такова, что парень предпочел быть честным с вами, и мне кажется, что это, как минимум, проявление с его стороны достаточного уважения к вам. И именно по этой причине уже можно сказать, что человек серьезно к вам относится. Но и вы старайтесь понять такую вещь, что, в общем-то, 8 лет отношений так просто не проходит, и что человеку вполне вероятно нужно время, нужно куда больше времени для того, чтобы как-то все-таки адаптироваться к новым ситуациям, к новым событиям в жизни, к новым реалиям, может быть, жизни. И вот это нужно очень хорошо понимать. Это нужно адекватно воспринимать. Если вы сейчас будете вести себя определенным образом, если вы будете настаивать на том, чтобы мужчина что-то для вас делал, если вы будете настаивать на том, чтобы мужчина против воли как-то старался дать вам то, что он не может дать, то это приведет только к тому, что он от вас отдалится, обвинит вас в определенном эгоизме и по сути, ничего хорошего больше у вас не получится. То есть, вам сейчас нужно занять вычитательную позицию, встать на сторону того, чтобы быть для мужчины тем, кем он может для вас сейчас быть для мужчины той, кем он может вас воспринимать сейчас, и думать по большому счету о нем, что ему нужно время. Но при этом нужно очень хорошо дать ему понять, что вы девушка, что вы женщина, что вы человек, у которого есть свои потребности, у которого есть свои желания, и очень важно, чтобы мужчина ваш понял, чтобы он понял одну важную вещь, а именно, чтобы он понял, что вы не собираетесь ждать его вечно, что вы дайте ему понять, что у вас тоже есть определенные желания, у вас тоже есть определенные потребности, и эти потребности, они тоже должны удовлетворяться. То есть дайте своему мужчине понять, что вы принимаете его позицию, но не собираетесь долго, бесконечно долго
ждать его, пока он созреет. И спустя некоторое время, как вы это скажете, ну, например, там дайте себе срок, да, там, скажем, месяц, может быть, или, может быть, несколько месяцев, то есть тут уж исключительно, как вы сами захотите, за пару месяцев, допустим, вы даете человеку времени, а после после того, как это время пройдет, вы просто-напросто говорите ему о том, что как бы я вижу, что ты не готов со мной вступать в отношения, я понимаю тебя, не виню, не обвиняю, то есть как бы, ну, это ты такой, вот какой ты есть, и я понимаю, что другим ты быть не можешь, вот, но тем не менее я хочу получать что-то, ну, как бы что-то для себя, я хочу какие-то эмоции все-таки получать, да, и соответственно, если я хочу получать какие-то эмоции, то, пожалуйста, либо дай мне их, либо не давай их, если не можешь, но в таком случае я буду постепенно от тебя как-то отдаляться. Я постепенно буду от тебя отходить, потому что ты не удовлетворяешь моим требованиям. Вот эта позиция, она наиболее правильная в данном случае, она наиболее адекватная в данной ситуации, именно вам нужно ее придерживаться. Если мужчина готов с вами построить свое будущее, он моментально увидит, что может вас потерять, и сделает так, чтобы вы остались с ним, то есть начнет с вами сближаться и начнет проявлять себя по отношению к вам именно как мужчина. И вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!